eSportBets.com – уникальное место для настоящего геймера. Только здесь возможны ставки на киберспортивные события. Ты знаешь толк в самых популярных играх и готов рисковать? Смотри регулярные трансляции и зарабатывай реальные деньги. eSportBets.com – живой азарт и холодный расчет. Добрый вечер, друзья! Вас приветствует студия CSL TV и Strike. Сегодня будет комментировать для вас. Игры по-прежнему нет, но вот обещал вернуться буквально на днях. Итак, что происходит у нас сегодня? Титаны против NIP. Ну, наверное, это мейнстрим матч, который вообще может быть на просторах CSGO Global Offensive. Это, наверное, самая ожидаемая встреча за, ну, вот последние два года. Вот только эти две команды безупречно выступали практически на всех турнирах. Вот в их разборку в последнее время вмешалась команда Virtus.pro, которая также довольно-таки неплохо показывает результаты. Итак, Knife Round на наших экранах. Прямо сейчас команды решат, за какую же сторону кто будет начинать. Однозначно на Dust 2 сторона дефенса является более такой, вот можно сказать, пассивной и аутсайдерской, а вот атака выглядит более доминирующий, и действительно за нее играть немного попроще. Что по поводу карты Dust 2? Ну вот был выбор между Нюком и The Dust, и если не ошибаюсь, то французская команда все-таки решила играть второй The Dust. Итак, титаны выигрывают ножи, будут выбирать сторону, ну и скорее всего это будет атака. Я думаю, вряд ли Скрим и компания захотят остаться за защиту на Дасте втором. Хотя может быть все что только угодно. Куда-то пропал у нас еще один игрок команды NIP. Что у нас интересного по поводу ставочек на этот матч? Фаворитом однозначно является команда Титан. Ну вот, недаром парни обыграли Непов на Фрагбайт Мастерсе в серии БУ-3 со счетом 2-0 по картам. Просто без шансов выбрали шведов, ну и, собственно, дальше продвинулись по сетке виннеров. Сразу же после этого Непы проиграли команде Hellraisers. Все в том же турнире. И вынуждены были его покинуть. Итак, пистолетный раунд начинается. Смотрим, что происходит на карте. Кстати, да, посмотрите, титаны, выиграв Knife Round, остаются за дефенс. Что-то странное происходит. Ну, вот так вот решили сыграть парни. Да, NBK написал stay. Вот так нонсенс. Неужели титаны приготовили какой-то супер-сюрприз или какую-то заготовочку? Итак, смотрим на расстановку игроков. Existence под воротами в медле. Форест проходит по зигзагу, оставляет красным Шакса. Сейчас намечается интересная стычка с NBK. NBK как же долго не забирал никого на зигзаге. И в итоге шведы теряют двоих игроков. Точнее, не шведы, а французы теряют двоих игроков. И ситуация очень, казалось бы, хорошая. Но посмотрите, что творит Шокс. Просто на ровном месте. Две головы, шведы падают. Живых Xist и Getright. Красные хелсбары и Getright уже один против троих. Но, каждому надо попасть всего лишь по пуле. Сможет ли это сделать Getright? Нет, не смог. Четко отмансовали титаны и взяли пистолетный раунд. Просто на грани сыграла команда Титан и стала победителем. Ну, тем интереснее будет наблюдать за всем происходящим дальше. С учетом того, что NBK провалился на зигзаге, титаны все-таки смогли взять пистолеточку, но шведы берут диглбай. Ну, как диглбай? По 250, 3 штуки и 2 дигла. Вот такой арсенал команды NIP на этот раунд. Смотрим, что происходит на карте. NBK, опять-таки же, агрессивная попытка разыграть позицию на зигзаге. Попадает по голове Xist.u, и есть первый минус в этом раунде. Так, фрайберы где-то уже истребляют. Это происходит на длине, но вот с Existence не смогли перестреляться Непы.
Existence Красный продолжает жить на пленте, ну и теперь будет играть только на инфу. Ну, непонятно, зачем вылез на фифуар, отдался. Немного сравняли счет фрагом в этом раунде Нифу. Ну и посмотрите, Гетрайт забирает с мидса, 3 в 3 ситуация. Здесь еще один минус от Фореста, забирает НБК и уже 2 в 2. Ну, слишком много девайсов потеряли Титаны. Слишком уж агрессивно пытались разыграть этот экономический, ну и за что, собственно, могут быть наказаны. Итак, смотрим, что происходит. Ой-ой-ой, Шокс, какая тайминговая граната, Гетрайт подвалил на ошибки Шокса, и теперь уже один скрим против двоих, и NIP берут эко-раунд в ответ. Вот так начало у нас. Да. Вряд ли кто-то мог ожидать, но вот Титаны сами на самом деле виноваты. Вот такой вот сложившейся ситуации, чрезмерная агрессия на эко-раунде своих соперников, и Нипы за это штрафуют французскую команду и моментально переламывают ход этого поединка. Так, по закупочке у команды Титан в этом раунде полный эко-раунд. NBK поджимает длину со своей любимой ЦЗ-шечкой Crimson Web. Ну и будет поджидать здесь шведских игроков. Тем временем будут выходить Нифы по зигзагу. Здесь их должен встречать Смитс. Ну, скорее всего, Смитс будет играть на инфу и постарается сделать хотя бы минус. Но вряд ли этого сделать дадут шведы. Итак, граната в Смитса. Ну и моментально Форест делает open фраг в этом раунде. Шведы занимают аплент и спокойно должны брать этот раунд. Фифуар, Мирнус Экзистенс, преимущество в двоих игроков, ну и как же дальше будут разыгрывать этот экономический Титаны. В принципе, задача самая идеальная — это выбить как можно больше девайсов из команды НИП и по возможности что-то сохранить на следующий раунд. И смогут ли это сделать Титаны? Ну, мне кажется, шведы будут играть очень аккуратно. Расстановка, вы видите, какая. Три игрока на длине, Гетрайт по зигзагу поджимает, Форест в медле. Посмотрим, наверное, за этими парнями, что будет происходить здесь. Ну вот перестрелка. Здесь забирает NBK. Наконец-то первый минус в этом раунде от команды Titan Shock забирает Гетрайта. Удастся ли закрепить успех? Шок, второй минус, падает Форест. Ну, два девайса выбили, троих игроков также неплохо надымажили, но это, сути дела, не меняет. Потеряли всего лишь два девайса Нипы на первом раунде своих оппонентов, и французы моментально закупаются. Force Buy в исполнении команды Titan. Пока три, нет, уже четыре Галива, четыре Фомаса и один М4А4 в руках Шокса. Ну вот именно он сделал два минуса, поэтому может позволить себе купить более дорогостоящий девайс. Итак, что же будут делать парни? Опять-таки же NBK на зигзаге попытается разыграть очень агрессивно. Дадут ли это сделать шведы? Попадает по голове Фрайбергу, и есть open фраг в этом раунде. Дальше на проверку отправляют Гзиста. Ну вот, ой-ой-ой. Если залетит флешечка, а флешка залетает, Титаны действуют просто безупречно. NBK забирает фифуарно. Троица оставшихся игроков команды НИП будут выходить по зигзагу. Все это дело должен принимать Смитс. Смитс упал. Экзистенс также падает, выравнивает счет по фрагам в этом раунде НИПы. Занимают аплент, должны устанавливать бомбу. Ну вот бездарно отдали только что аплент с таким вот преимуществом. Итак, выбивание для французской команды. 3 в 3, бомба стоит на апленте. 35 секунд на все про все есть у команды Титан. Шокс. Есть первый минус. Забирает вас Фореста. Ну и два красных игрока на пленте. Ну, этот раунд должен быть за Титанами. Гетрайт. Один против двоих. Шокс. Есть последний минус в этом раунде. 2-2. Опять-таки же счет равный. Не дают Нипам закрепить успех. Не дают почувствовать уверенность в первой половине и в своих силах шведским Титанам. Ну и, собственно, бросают их и роняют еще разок. Итак, что же будет на этот раз у шведов? Деньгами вроде бы все нормально, 5 км в арсенале, а вот у Титанов опять-таки же будет полуфорсбай. Потеряли троих игроков, при этом денег абсолютно не было, ну и посмотрите сами на арсенал. Девайсов 2, 3 автомата и 2 пистолета. Existence Smith P250, Шокс по-прежнему М4А4, АКМ у Скрима и М4А1 у NBK. Опять-таки же, пытаются Титаны играть агрессивно на зигзаге. Но вот шведы рано или поздно должны догадаться и просто-напросто закидывать сюда гранаты и сгонять наглого француза, дабы он не мешал спокойно двигаться в направлении зига. Итак, пошел выход в мидл. Фрайберг. Перестрелка с Смитсом. Скрим. Тем временем забирает Фореста. Ну и вот дальше с респауна просто ворвался в дымок Смит, забрал Гзиста, Фрайберга. И уже ситуация плачевная для Непов. Квифварен и Гитрайт вдвоем против четверых, и Шокс, два, ну, пропустили мы, насколько красивые эти были фраги, сказать нельзя, но
Практически no chance было для шведов. 2 в 4 оставшись, парни пытались продавить бэплэнд, но французы сделать этого не дали. Итак, вот французы сделали все четко. 2 раунда к ряду, закрепили свою экономику, сбили шведам финансовое положение, ну и теперь будут собирать урожай на экономических. Отличная граната от Мица в медле, перестрелка со шведами. Ну вот посмотрите, шведы еще не добежали до ворот, а уже практически вся команда красная. Итак, кто же будет главным героем? Ну, как видим, это Скрим. Скрим 4 минуса в этом раунде, и никаких проблем на их оппонентов у команды Титан не возникает. Так, по-прежнему отсутствует у нас снайперская винтовка у кого-либо. Как Титаны игнорируют этот девайс, хотя деньги им спокойно это позволяют. Также и шведы не спешат покупать АВП. Ну вот не знаю почему, но походу что-то серьезное задумали парни. Итак, Фрайберг будет пытаться открыться на зигзаге. Падает от Смитса. Форест попытается разменять тиммейта, не попадает по Смитсу. И NBK моментально штрафуют. Так, ну вот на самом деле как-то сумбурно выглядит атака НИПов. Пытаются вот таким вот динамичным стилем заходить на плент, но, по-моему, Титаны к этому готовы. Гитрайт пока единственный минус сделал, подловил Шокса в медле, если не ошибаюсь, это произошло. Ну и связка Фифуарен вместе с Гитрайтом. Фифуарен, проходя по длине, забирает экзистенса. Немного все у нас выровнялось. После 5 в 2 ситуация уже 2 в 3. И шведы имеют реальный шанс потащить этот раунд, если бы Фифуарен немного подождал, дождался Гитрайта, который пошел бы по зигзагу, и взяли бы в боевое кольцо аплэнд, и тогда были бы какие-то шансы. Но нет, Гитрайт остается один против троих. Скрим, Смитс и NBK. Вот такие три грозных французских парня постараются укротить Гитрайта. Гитрайт, попытка пройти по медву, забирает в распауне NBK. 2 в 1. Понимает, что с аплэнда должен куда-то передвигаться в направлении Б. Ну, это у нас Смитс. И Смитс остается на зигзаге. Слышал, по-моему, перетяжку Гитрайта. Задача Скрима не умереть. Так же, как и задача Смитса, но Смитс при этом еще и забирает последнего шведа. 5-2. Титаны набирают обороты в первой половине за дефенс 5 раундов на Дасте втором. Это уже очень хороший результат. И вот, что и требовалось. У Шокса появляется АВП. Экзистенс также будет играть со снайперской винтовкой, но это Скар. Скар отправляется на А и АВП на Б. Вот такая вот задумочка от французской команды и выход на длину от... Ага, это экономический. Под флешечку будут врываться на длину. Кто же там все это дело будет принимать? Это NBK. NBK ловит флешечку, откидывается моментально. Должны страховать тиммейты. Ну и как же будет с этим всем справляться NBK? Есть первый минус, падает Фрайберг. Отличная стрельба от NBK. Будет ли третий минус? Да, забирает еще и Фифуарна в живых. Только Форест, и также должен забирать его NBK. Натан безупречно отыграл свою позицию. Счет становится 6-2. Опять-таки же, Найка потеряли всего лишь одного игрока французы. И это очень даже хорошо. Экономика просто практически в идеальном положении. Смитс имел только что 15 тысяч, купил себе еще одну снайперскую винтовку. Это АВП. 2 АВП. И Скар. Вот такой вот арсенальчик у команды Титан в этом матче. Ну вот что-то действительно интересное придумали французы. В начале первой половины абсолютно игнорировали снайперские девайсы, а вот потом появляются сразу же 3 снайперские винтовки. Смитс на зигзаге. Попытка отстрелить кого-то из шведов, по-моему, попал по Фифуарну. Осталось у Фигуча всего лишь 8 хп. Также где-то получил порцию дэмэджа Фрайберг. Ну и Экзистенс есть опенфраг в этом раунде. Забирает в медле Экзиста прострелом через ворота. Ну и, по-моему, у шведов начинается какой-то ступор. Парни не понимают, за счет чего им стоит проходить вот по таким позициям. Фрайберг под флешку пытался занять зигзаг. Смитс не офлешился, спокойно забирает Фрайберга. Преимущество в 2 игроков в полном бае от команды NIP. Падает АВП. Ну и теперь 5-2. Смитс. Какой хедшот! Ну вот только Форест смог справиться с Смитсом. 1
против четверых, и Экзистен ставит точку в этом раунде. 7-2, полная доминация Титана в первой половине, и, по-моему, попахивает разгромом. Ну вот, букмекеры давали, на самом деле, на этот матч абсолютно равные коэффициенты. eGamingBets.com давал 1.9 там, с минимальным преимуществом французской команды. 1.9 на и тех, и других, но там какие-то сотые и десятые были все-таки Титаны фаворитами. Но это не особо сказалось. А вот на CSGO Lounge все-таки Титаны больше пользуются доверием зрителей, и зрители ставили свои скины оружия с большим желанием на французскую команду, чем на Непов. Ну и вот пока Титаны действительно оправдывают их ожидания. Форест, наконец-то удается сделать лесу опен фраг, падает скрим. Но по-прежнему есть три снайперские винтовки, которые могут сыграть свою роль. Шокс на БСВП, Смитс в медле, и Экзистенс также приходит в мидл. Ну вот, что дальше? Экзистенс минус Форест. Будет ли второй минус? Ну вот, NBK штрафует Фрайберга, и уже в преимуществе находится команда из Франции. Так, ну вот действительно, пока не получается ничего у Непов, но к Зисту удается подловить Шакса. Сейчас мы отследим, где же это произошло. Это было на длине, если не ошибаюсь. Хотя нет, в медле отстрелил. Итак, Гитрайт постарается сейчас забрать Экзистенса. Если упадет Экзистенс, будут проблемы. Большие проблемы, но Экзистенс. Первый пуль попадает Гитрайту в голову. А опять-таки же, в большинстве находится... Ой-ой-ой, а вот этого Экзистенс... Не сказал своему тиммейту. Шокс даже не понимает. Из вертухи забирает Фефларна. Перепуганный швед. Как такое может быть? Верняковая ситуация. Зашел просто. О нем не было вообще ничего известно. И Смитс фазумом, наверное, просто сумасшедшей вертухи вырубил. Вырубил корявенького шведа. 8-2. Какой был шанс у Фефларна исправить всю сложившуюся ситуацию в этом матче, но он им не воспользовался. Так, ну и вот на одно ВП меньше у французов в этом раунде. Смитс остается со снайперской винтовкой. Экзистен со Скаром. Ну и выход на длину. Ой-ой-ой-ой-ой. Один за другим падают шведы. Фефларн, Фрайберг. Сорсерская связочка упала у команды NIP. Теперь бывшие CS 1.6 игроки постараются исправить все это дело. Гитрайт выходит с зигзага. Две головы. Форс поддержал. Вот так вот играют настоящие парни. Экзистенс также падает. Один Шокс против Экзиста и Фореста. Очень хороший шанс для команды NIP взять третий раунд в атаке. Действительно, у парней что-то не заладилось. И пока не могут нащупать свою игру и хотя бы побороться действительно за достойный результат первой половины. Шокс замечает Фореста на длине. Экзист моментально перестает ставить бомбу и забирает последнего француза. 8-3. Ух, молодцы, Непы. Три раунда в атаке — это уже победа. Это уже победа. Конечно же, все это говорю в кавычках, сарказмом, но... Но как-то все печально пока складывается для шведов, и надо делать 8-7, дабы было интереснее наблюдать за второй половиной в этом поединке. Что на карте происходит у команды NIP? Экзист, нижняя тэшка. Фифуарн прикрывает поджим с Б-плунта. Ну вот, вроде бы нащупали на раунд 3-2-Б. Гитрайт будет ждать поджима с длины. Что будут дальше делать шведы? Смотрим. Фрайберг не хочет показываться в дым. Дождется, пока он развеется, ну и потом уже постарается выбраться на эту позицию. Все это дело будет принимать скрим, если не ошибаюсь. Да, именно так. Шведы выходят под шифтом в миду. И посмотрите, на уверенности будут продвигаться дальше. Но скрим контролирует все в щелочку. Замечает выходящих шведских игроков. Есть первый... Нет, не дал. Попал по голове Форесту, но минус делать не удалось. Шокс на Б-планте. Забирает Фореста. Какой хедшот по Экзисту. Ой-ой-ой-ой-ой. Как мансуют. Как мансуют. Но все-таки с Фифларом не справляется. Ситуация 2 в 1. Фифларом против двоих французов. Бомбы на руках нет. И что же будет делать... Наверное, один из самых нестабильных игроков команды NIP. Этот парень как может быть фраг-лидером, так может провалить матч на полную. 30 секунд до конца. Бомба в медле. Ее контролирует Смит. СВП. Ну вот так вот придется проходить такой вот барьер Фифларену. И что будет делать Фифларен? Попадает по ноге шведа. Ну и теперь в игру должен вступать Экзистенс. Да, спокойно забирает последнего игрока команды NIP. Счет 9-3. Не дают шведам закрепить успех. И все-таки попахивает разгромом в первой половине. Отсутствие финансовой составляющей у шведов в этом раунде гарантирует им экономический. И это, скорее всего, будет легкий 10-й для французов. Так, что там намечается? Ну вот шведы в пятером будут продвигаться по
медлу или по зигзагу, пока еще непонятно. И Скрим вместе с Экзистенсом готовы принимать все это дело. Посмотрим за Скримом. Видит первого, второго проходящего по третьему. Попадает очень плотно. Забирает еще и Фореста. Знает, что еще один в медле. Ну и будет ли третий минус? Нет, третий минус Гитрайт сделать не дает. Экзист один в живых. Ну, ай-яй-яй. Все-таки не забрал Энбрикея. 10-3. Ну, не такой уже простой, но на самом деле просто массовая перестрелка была в медле. От Титана вы спокойно разобрались со шведами. Так, наконец-то у Фифларена появляется снайперская винтовка. Ну, это уже вторая попытка разыграть АВП Фифучен. Ну и посмотрим, чем же это закончится. Так, у французов укрепление Б пунта, Шокс и Скрим даем на Б. Смитс в медле подстраховывают эту позицию. Ну и именно сюда пойдут шведы. Ну какой же провал намечается? Хотя нет, Молотов восстановил шведскую команду. Фифларен на длине падает, Смитс минус Фрайберг в медле. Ну и опять-таки же, просто шведы на ровном месте теряют все свои позиции. Но Форест постарается все это дело исправить. Форест, будет ли минус? Ну, как же мансует Экзистенс и уходит чудом француз. Шведы немного ошарашен. Экзист наконец-то делает первый фраг в этом раунде для своей команды. Экзистенс, АВП. Ну, может быть, также оштрафован, но нет, попадает по Экзисту. Проблемы большие у шведов. Форест и Гитрайт. Ну, вот Форест забирает Скрима. Ай-яй-яй, был так близок ко второму фрагу. Гитрайт один против троих. И Смитс, безупречная игра с АВП. 11-3, и все-таки разгрому быть в первой половине. Все-таки разгрому быть. Ничего шведы не могут противопоставить вот такой вот затее. Просто массовая игра со снайперских винтовок. Экзистенс, Смитс просто шикарно отыгрывают этот матч, проводя независимо с карта в руках или АВП. Идеально отстреливают шведов, и шведы пока немного выглядят беспомощными в этой ситуации. Так, что на карте происходит? Опять-таки же, вроде бы будет попытка выйти 3-2 мидл. Фрайберг тем временем спокойно себе продвигается по зигзагу. Ну, постарается открыться на пленте. Удастся ли это сделать шведу, мы с вами посмотрим. Но французы полностью отдают А. И есть реальный шанс у Фрайберга упасть в респ. Но не делает он этого. Экзистен зачекал шведа. Так, что происходит на карте? Тем временем шведы вчетвером в медле. Ой-ой-ой, как же на волоске просто мансует Экзистенс. Забирают шведы. Наконец-то опен фрагом французского игрока, также падает Шокс в респауне. И реальный шанс взять последний раунд в первой половине под свой контроль у команды NIP. Так, Скрим и NBK. Скрим в медле, забирает Фореста. NBK на длине. Будет попытка выбить аплент. Ну, а мы за этим будем наблюдать. Гитрайт будет заходить в спину NBK. И это очень-очень усложняет ситуацию для выбивания французской команды. Гитрайт уже очень близко. И забирает первого. Скрим один против троих. Есть первый минус. Падает Экзист на зигзаге. Заметил второго. Ну, со Скримом стреляться невероятно опасно. Это понимают шведы и уходят вот в такой вот пассивный вариант дефенса. И Гитрайт ставит точку в этом раунде. 11-4. Действительно, очень плохой счет для нипов на Дасте втором за атаку. Недаром французы выбрали сторону дефенса и показали, что да, Даст второй не так уж однозначно выглядит. То есть мы всегда привыкли видеть, что атака якобы на Дасте втором является сильной стороной. Вот вам пример. Французы показали только что на не самом простом соперника, я бы сказал, наверное, это максимально сложный соперник вообще, который мог быть только, но не считая, конечно же, команды Virtus.pro, HellRaisers, также в последнее время подкрадается немножко к топу. Но все равно на непах, на Дасте втором за дефенс взять 11 раундов, это очень-очень круто. Итак, статистика на ваших экранах. Смитс 17 на 7. 4 MVP, 42 очка. Фраг лидер команды NIP, ну это же, конечно же, Гитрайт. Вместе с Форестом занимают лидирующие позиции. Разница всего лишь 2 фрага. 13 фрагов у Гитрайта и 11 у Фореста. Итак, пистолетный раунд в этом матче может решить все. Абсолютно все. Как его будут разыгрывать французы, с радостью за этим буду наблюдать. Так, Смитс.
Просто чекает, даже не пытается стрелять. Тем временем, что на карте происходит? Шокс и Скрим на Б-плент. NBK Existence по длиной, а бомба по-прежнему на распауне у Смитса. Шокс. Перестрелка на зигзаге может быть против Гетрайта и Фифларна. Так, навели шорох у Форста, оставили красным. Ой-ой-ой, что творит Existence? Падает Гитрайт, падает Фифларен. На пленте остается Фрайберг, если не ошибаюсь. И только надежда на вот этого парня, дабы как-то усмирить команду Титан в пистолетке. Или все-таки пойдут на Экзиста? Экзист подловил Existence при попытке перетянуться на Б-плент. Смещается на Б, флешечка в лицо, граната под ноги. Все четко делает швед. Будет ли второй минус в его исполнении? Экзист. Флешка французам. Фрайберг подстраховал быстренько тиммейта. И отличный шанс у Непов взять пистолеточку. Но нет. Гзист один против двоих. Шокс и Скрим. Красные. Ой-ой-ой. Все-таки Гзист безупречно разыграл пистолетку. Сделал все, что только мог. И это, конечно же, способствовало взятию пистолетного раунда для шведской команды. 11-5. Нипы не сдаются без боя. И будут давать камбэк. Насколько их хватит? Даже не знаю. Но мне кажется, все-таки серьезно настроены шведы. Пробиться на 9-й сезон, финал, я имею в виду, стар-серии. В прошлом году, точнее, в прошлом сезоне парни пропустили наш турнир из-за DreamHack Winter. Сосредоточились именно на этом турнире. Кстати, он им не покорился. У французов 5 по 250. Будут массово выходить по зигзагу. Все это дело будет принимать Гзист. Нет, это не Гзист, это Фифларен. Это Фифларен. С 5-7. Ну, вот такой вот интересный выбор. На самом деле, на эко не так уж и плохо. 20 патронов. Есть первый. Падает Смитс. А вот дальше французы все-таки сумели продавить апленд. Заходят дальше, но бомбу шведы не дают поставить. 11-6. Напомню, в пистолетном бомба также не была поставлена. Плюс закупочка P250 в втором раунде второй половины. И будет еще один экономический. Так, Фифларен сразу же во втором покупает снайперскую винтовку. Не хочет фармить. Все-таки боялись, наверное, шведы варианта того, что французы могут закупиться. И не рискнули. Закупились на максимум. Фифларен во втором купил, точнее, это уже третий, в третьем купил снайперскую винтовку. Все остальные вроде бы оставались с теми же девайсами, которые были. Ну и собирают парни эко. В живых остается только Скрим. И его также должны сейчас забрать. Но удается при этом Скриму сделать один фраг в этом раунде. Забрать Фореста. Ну и постарается Скрим забрать еще кого-то. Есть у него ФАМАС. 48% здоровья. Ну и будет ли второй минус? Попадает по голове Фрайберга, но забрать не успевает. 11-7. Вот так вот потихонечку начинает таять преимущество французской команды. Но это всего лишь проигранный пистолет на два экономических. Первый оружейный раунд на наших с вами экранах. Смотрим, что будут делать французы. Остаются без снайперских винтовок, 5 КМов. Ну и, в принципе, вот такой вот арсенал девайсов на этот раунд у команды Titan. Расстановка шведов также довольно-таки дефолтно. Фрайберг на длине, кстати, идет в поджим. Это уже интересно. Ну вот под флеш, скорее всего, запускали Фрайберга, но NBK все контролирует и убежал подальше, дабы законтрить шведов. Фифуарно прогнали с АВП зигзага. Что будет дальше? Existence постарался префайром забрать кого-то из шведов. И посмотрите, французы моментально стягиваются на Б-плент. Скрим подловил где-то Фореста. В дыму, походу, попал по лесному человеку. И на Б-пленте остается только Exist. Exist. И как же будут действовать французы? Выход на Б-плент. Со всех сторон будут просто давить шведов. Exist. Забирает Смитса. Будет ли второй минус? Exist. Как попадает? Посмотрите. Шокс 5 хп. Скрим 37. Вот так вот. Растаяло также преимущество в этом раунде французской команды. Ну и Гзист по-прежнему жив. И будет не давать шведам, точнее французам, проходить на Б. Фрайберг и Гзист по минусу. И в живых только Шокс и НБК. Шокс. Подловил Гзиста. Ну вот нельзя. Нельзя так действовать, парни. Алло. Шведы, куда вы летите? Непонятно зачем. Шведы решили ворваться без флешек, без ничего. И французы сделали 3 минуса. Оставили своего снайпера без поддержки. Никакой помощи у Фифларена. Он один против двоих. Ловит флешку в лицо. Фифларен. Ну вот французы будут просто мансовать. И Фифларен
получает головошот от Энбике, 12-7. NIP сами себе подписывают смертный приговор. Да, вот такие вот банальные ошибки от, казалось бы, таких безупречных парней, как NIP и парни на грани срыва. Итак, с экономикой все очень плохо у шведов. Это последний бай, если же, конечно, парни не возьмут этот раунд. Но постараются сделать максимум. Экзист открывает счет фрагом в этом раунде, забирает скрима на Б-пунте. Бельгиец сыграл не очень уверенно и отдался, можно сказать. Действительно, безбрежно так прошелся туннелю и получил сразу же пулю в голову. Смит с АВП попытается подловить кого-то из шведов на перетяжке в мидл. Не попадает из-за флешечки. Ну и Existence также отвечает фрагом. Падает Фитвар. Ну, наглость от Фореста просто не имеет границ. Врывается швед. Забирает Смитса, при этом оставляет еще и практически красным Шаксан. Ну и Шокс. Один против двоих. Смотрим за французом. Что будет делать этот парень? Но здесь безупречная игра от Гитрайта, и счет становится 12-8. Не поберут раунд в ответ, тем самым роняют экономику французам. И опять-таки же начинаются качели. Но вот чем-то мне напоминает вот эта встреча, вчерашнюю игру HellRaisers против команды NIP, но там счет был более комфортный. Непы в первой половине взяли 7 раундов. Всего лишь один раунд преимущества был у команды HellRaisers. Но, собственно, этого ашерам хватило. Хотя нет, был 9-6 счет. Путаю я. Но, собственно, Непы берут, скорее всего, этот раунд. Фифларен с АВП, где находится, перетягивается на аплент и будет принимать выход по зигзагу. Тем временем у Фрайберга экшен на длине. Забрал всего лишь НБК, ну и быстренько разменяли шведского игрока. Да, Фифларен что-то не ладится у этого парня. Получает от скрима, дабы лишний раз не переживал, не напрягался, пускай отдохнет. Пока тиммейты будут брать 9-й раунд. Итак, Existence. Один против троих, и Existence ставит точку в этом раунде. 3 раунда преимущество остается у Титанов в этом матче. Еще надо взять 4 для победы. Напомню, это стар-серия. Это групповой этап, и здесь может быть ничья. Никаких допов, счет может быть 15-15. Так что у шведов довольно-таки неплохие шансы отыграться в этом матче. Французы массово собираются проходить по мидлу, если не ошибаюсь, нет. Добежали до ворот и быстренько заняли зигзаг. Как будут дальше выходить? Ну, очень такой вот жиденький бай. 2 Галива, 2 АКМа. Есть раскидка у французской команды. Но Фифларен с АВП вроде бы готов все это дело принимать. Есть первый промах. На пленте есть поддержка в лице Гитрайта. Посмотрим, наверное, также за Гетричем. Но французы не спешат выходить. Понимают, что там АВП. Соваться лишний раз не стоит. Ой-ой-ой-ой-ой! Посмотрите, что творит Existence. Десант в респаун забирает Гзиста. Также падает Форест. Бэплэнд, по идее, чист. Скрим. Минус Гитрайт. Ну и посмотрите, как просто шведов задавили со всех сторон. Фрайберг в итоге один против двоих. Знаете, где находится Шок. Забирает того, выбивает из него бомбу. НБК один на один против Фрайберга. Кто кого? Очень интересная дуэль. Бомба по-прежнему лежит в медле, и НБКу надо до нее добраться, и все-таки попадает. Натан по голове Фрайберга, 13-9. Что с экономикой у шведов? Смотрим на деньги, денег нет. Можно рисковать, можно покупать Форесту АВП, он это и делает. Вот так вот играют шведы. Тоже будут пытаться переломить ход этого поединка. Форсбай от команды NIP. Одно АВП, 2 дигла и 2 фамоса. Вот такой вот арсенал девайсов у команды НИП на этот раунд. Понимают, что с деньгами у французов также не все хорошо. И этот раунд может быть за 2, если, конечно же, его возьмут шведы. Так, в очередной раз команда Титан выходит в мидл. И постарается продавить именно эту позицию. И, кстати, 2 дигла, ну, не здесь. Ай-яй-яй-яй, Existence забирает... Гзиста, Смитс, минус Фифларен, Бэплэнд под контролем команды Титан. Парни занимают эту позицию, должны устанавливать бомбу. Именно этим занимается Смитс. Ну, а мы будем наблюдать за сейвом от NIP. Наверное, будем в первую очередь смотреть за Форестом, потому что у него самый дорогостоящий девайс, который действительно может изменить ход поединка в следующем раунде. Форест мажет с АВП, и Натан моментально штрафует. Гетрай тем временем подвоил Шокса на РСП, забрал его АКМ.
постарается также его засейвить. Ну, действительно, у NIP это один из последних шансов. Фрайберг будет первым принимающим. На подстраховке будет Гитрайт. Забирают NBK. Вдвоем продолжают попытку засейвить девайса. Фрайберг падает, и также падает Гитрайт. 14-9 у NIP. Экономический. Нет абсолютно денег у шведов. И это позволит Титанам взять ничью в этом матче. Кстати, следующий матч, который мы с вами будем наблюдать, это будет встреча команды Na'Vi против все тех же Титанов. Титаны разыгрались на шведах и будут, ой, как непросто будет Na'Vi в этом поединке. Гетрайт, кстати, вот пока поглядывал, что там творится на ХВТВ Орге, как идут параллельные встречи, Непам удалось сделать 2 минуса в этом раунде. Находятся они в численном преимуществе, но всего лишь одного игрока и без девайсов. При этом, но французы не спешат. Знаем мы, что каждый из вот этих парней, я имею в виду команду Титан, точно так же, как и шведы, могут в одиночку расправляться в соло с командой, вырубать их практически без шансов, но... Шведы также грамотные, я думаю, этого просто не произойдет. Гитрайт на Б-пленте, снова в руках. Именно сюда пойдут французы. Гзист будет играть роль отвлекающего. Вот такая позиция у Гзиста, ну и вся надежда на нового Гитрайта. Считанные секунды до этой перестрелки. Гзист начекал под флешку. И теперь в игру вступает Гитрайт, но флешка залетела предательски в лицо. И Гитрайт есть первый минус, забирает скрима. Еще попадает по NBK. Экзистенс. Один против троих. И Фифуарен приходит на помощь своему тиммейту. NIP берут эко-раунд у французской команды и не дают тем взять ничью просто так. 14-10. Волевушечка намечается у NIP. Смогут ли взять хотя бы еще 4 раунда, дабы вернуть интригу в этом матче? Мы с вами узнаем буквально через раунд, скорее всего, потому что сейчас французы будут сливать и вряд ли смогут что-то противопоставить вот уже таким настроенным и сверхмотивированным Непам. Сколько можно проигрывать Титанам? На фрагбайте проиграли, сейчас проигрывают в рамках Стар-серии, ну вот где-то же надо их обыгрывать. Пока один за другим рассыпаются французы, никаких, собственно, проблем не создали игроки команды Титан на эко-раунде своим оппонентом. Ну и Шокс, последний в живых, постарается выйти на Б-плент, установить бомбу. Что-то дергает Шокса. Надо посмотреть, что у него происходит с пингом. Кстати, у Шокса пинг 131. Ой-ой-ой, какие-то проблемы. Ну вот, где-то читал, по-моему, на ХВТВ-орге, что Шокс играет не из Франции, а где-то находится он сейчас в путешествии. Вот не помню, то ли Австралия, то ли где-то, короче, далеко от Парижа, от Елисейских полей. И, собственно, поэтому, наверное, у него такой сейчас и пинг. 314. Вот так вот. Как попадать с таким пингом Шоксу очень непросто. Ну, на самом деле, в первой половине вроде бы все было нормально, но сейчас видим слайд-шоу абсолютное у Шокса, и это может стать помехой для команды Титан раздобыть 3 очка в рамках SLTV Season 9. Смитс, единственный, кто в этом раунде остался без девайса, с пистолетом в руках, постарается прочистить зигзаг. Здесь не встречает никакого сопротивления, ну и, по-моему, что-то агрессивное задумал Фифуарен. Под воротами в медле, готов принимать выход Титанов на эту позицию, но сюда вроде бы французы не пойдут. Так, Экзистенс. Ну вот надо разбираться с Гитрайтом, и вот только после этого можно будет рассчитывать на успех в этом раунде. Под раскидочку французы выходят по зигзагу. Гитрайт все-таки словил экзистенса. Четко откидывается. Но французы меняют вектор атаки и будут выходить на Фифуарена. Фифуарен забирает скрима в медле. Преимущество уже в 2 игрока у шведской команды. При этом есть еще лагающий Шокс, который также умирает, и NBK. 1 против 4. Постарается сделать как можно больше минусов в этом раунде. Или в первую очередь засейвить свой девайс. Ну вот на самом деле для меня это уже вопрос. Стоит ли сейвить вот такой вот девайс, с учетом того, что у тиммейтов не будет денег на бай. И действительно проводить еще один экономический и при этом не иметь денег на следующий будет очень-очень плохо. Поэтому NBK идет ва-банк.
9 секунд до конца, сделает как можно больше минусов, забирает еще и Фрайберга. Дальше продолжает давить команду НИП. Но шведы играют очень четко. И на последних секундах рвается Гитрайт, забирает все деньги у НБК. Я смотрим, что происходит у Натана с деньгами. 600 зеленых енотов остается у Натана на этот раунд. И команда Very Games, точнее, Титан, будет сливать. Так, что с пингом у Шокса? Ну, по-прежнему продолжаются невероятные лаги у француза. 150-154 прыгает пинг. Мы видели, даже был скачок до 300. Ну, и вот только сейчас Титаны нажимают паузу. Ну, скорее всего, это происходит в связи с тем, чтобы стабилизировался коннект у Шокса. Но я думаю, это может даже не помочь. Ну, вот потихонечку опускается пинг уже 120. И куда же он пойдет дальше? 112, хорошо. 102, отлично. 94, просто великолепно. И все, можно отжимать. Поехали. Поехали. Гоу, гоу, гоу. 77. 74. По 3 единицы опускается пинг все ниже и ниже. И вот, наверное, ждут этого момента, когда же он станет 30-ка, дабы продолжить уже в равных условиях бороться за победу в этом матче. Так, 61. Сколько еще надо? Пауза по-прежнему не отжимается. 60. Хорошо. Фристайм он пауза. Поехали. 60 пинг вроде бы нормальный для Шокса. Ну и смотрим. Смотрим за всем происходящим. Эко-раунд у команды Титан. Что позволит НИПам подобраться просто впритык к своим грозным французским оппонентам. Ну и... смогут ли НИПы, вот, казалось бы, в такой вот безвыходной ситуации, а именно при счете 14-9 у NIP был эко-раунд, и французы могли заполучить ничего в этом матче. Если выиграют шведы со счетом 16-14, это будет величайший камбэк, но, конечно же, с долей везения. Это я имею в виду про пинг от Шокса, потому что два раунда точно парень провагал жестко, и мы с вами все это прекрасно видели. В итоге, что происходит на эко? Смитс один против четверых. С АКМом в руках. Забрал его, кстати, у Фореста. Постарается сделать еще парочку минусов. Но по таймингу ловит неудачный поджим от Гзиста. И 14-13. Счет практически равный. И бай, наконец-то, у команды Титан. Смит с ВП. НБК 3500. Ну вот остается Натан с Галилом и парочкой гранат. Это будет дым и флешечка, наверное, нужна Натану. Или все-таки нет, просто дыма хватит НБК. Итак, Смит с ВП постарается с хорошим респамом сделать место длиннее, это у него получается. Падает Гитрайт, при этом Смитса взорвали две гранаты просто под ногами. Осталось 11% здоровья, и что будут делать дальше Титаны? Скрим на Б-пленте, ждет поджима от NIP. Ну вот, может этот парень усмирить как Экзиста, так и Фореста, но это будет ой как непросто. Так, по карте видим, Фрайберг вроде бы настроен поджать. Нет, просто дергается. Показалось мне, что вот-вот-вот-вот хочет поджать Фрайберг, но понимает, что есть уже одна потеря в этом раунде. И давать еще более преимущество. Ну и вот то, чего мы с вами ожидали. Скрим на Б-пленте. Подловил Гзиста при поджиме. Форест моментально разменял своего тиммейта. Что у пинга с Шоксом? Ну, все четко. 63 по-прежнему без лагов проводит этот раунд Шокс. Ну и что же будут делать? Форест в медле забирает Смитса, роняет еще экзистенса. Тем временем Шокс вышел спокойненько себе на Б-плент, но бомбы нет. Форест все контролирует, третий минус. Нет, это четвертый минус от Фореста в этом раунде. Натан один против троих. Вот так вот, казалось бы, с преимуществом начинали этот раунд французы, но уже практически нет никаких шансов на победу в этом раунде. Итак, Натан, сможет ли сделать хотя бы минус? Перестрелка с Фрайбергом, и Фрайберг... Нет, это была перестрелка, да, все-таки с Фрайбергом. Выигрывают эту дуэль 14-14, счет равный. У французов очень плохо все с деньгами, парни могут закупиться, но это будет такой вот пожарный бай. Потому что нет гранат, хотя, видим, Existence покупает Галил, и это способствует покупке еще парочки гранат. Дым, флэш, флэш, и французы постараются взять 15-й, при этом не отдать 15-й шведской команде. Так, под флешечку Фрайберга запускает на длину НБК. Фрайберг успел забрать Смитса, но Экзистенс разменял.
На длине, Натан, минус Гетрайт. А вот это уже проблемы. Нофик Варн с АВП на длине готов остановить проход французской команды. Так, кто это выжил по зигзагу? Это был Шокс. Шокс сейчас может действительно сделать кучу проблем для команды NIP. Парни остаются втроем. Фифуарен в респауне с АВП. Кзист и Форест. Ну вот, скорее всего, надежда в этом раунде шведской команды лежит на плечах этих парней. Форест под флешку чекает зигзаг. Здесь никого нет. Французы играют очень аккуратно, понимают, что действительно цена этого раунда крайне велика. Итак, будет ли у нас ничья для одной либо из команд? Ну, конечно же, будет, но кто возьмет первый? Итак, Скрим, есть минус Форест, Кзист вместе с Фифуарном продолжает свое выбивание. Кзист забирает двоих игроков. Ну вот, безупречно делает Кзист, и Кзист третий минус в раунде. Знаете, где находится последний? Шок ставит точку. Точку в этом раунде. 15-й раунд зарабатывает команда Титан и всего лишь один матч-поинт. Смогут ли его реализовать французы или просто по-братски поделят очки со шведскими нипами? Ну вот, я думаю, это было бы логическим концом. Ставки бы все разошлись по мировой. Ну вот, единственное, кто ставил на ничью в этом матче на eGamingBets.com, я думаю, коэффициент 9, это, конечно же, очень-очень круто. Итак, что происходит у нас здесь? Фифуарен в медле с АВП. Укрепление Б-пунта. Кзист и Форест на Б. Фифуарен в медле. Гитрайт и Фрайберг контролируют длину. Полностью отдан апленд. Заходите, называется. Мы готовы вас принимать. Так, Форст под флешечки врывается на Смитса и проигрывает перестрелку. Смитс чудом выживает, остается при этом красным. Дальше пойдет Кзист или все-таки будет контролировать выходящих. Да, Кзист не рискует. Будет сейвово разыгрывать этот раунд. Ну и что же, неужели французам все-таки удастся вырвать победу у шведской команды в этом поединке и заработать 3 очка в рамках Стар-серии? Интрига жива по-прежнему. Итак, у Фрайберга очень опасный момент. Он рискует, идет ва-банк. Гетрайт один на пленте против практически всей команды. Шокс должен делать этот минус. Гетрайта замечает и забирает без особых проблем. Итак, у нас будет победа команды Титан в этом матче. Счет 16-14. Я не верю в то, что удастся Фифуарну и Кзисту выбить поставленную бомбу на пленте. Падает Фифуарн, Кзист один против пятерых. И французы в шаге от того, чтобы сделать ключевой минус. Но нет, Кзист без боя не сдается, забирает Смитса. Будет дальше продолжать выбивание, но Шокс пресекает эту попытку шведского игрока. Счет 16-14. Просто невероятная заруба на втором дедасте. Команда Титан становится победителями в этой дуэли. Ну а нипы остаются после этого матча все с тем же запасом очей. Итак, мы уходим на рекламную паузу. Далеко не разбегайтесь. Дальше Нави против Титанов.